любимец публики, сеньор Базилио! Базилио, наш выход! Не знаю, смогу ли я сегодня вообще выступать. Вдохновения нет. И с голосом что-то. Мне ведь уже 2,5 года. Не мальчик. А может быть, у меня и вообще нет таланта? Что вы, сеньор Базилио? Вы очень, очень талантливы. Вот вам рыбка. Я сам лично только что поймал ее для вас. Сколько раз можно повторять? Я не ем рыбы. Не ем. Нам нужно выйти на арену. Зрители ждут. Хватит. Отстань. Надоело ты мне, Машка. Надоело. Да, зазнался Базилио. Забыл, что недавно был просто котом Васькой. Если бы не Маша, так бы Васькой и остался. А еще меня зовут Пик. А вы хотите выступать в цирке? Конечно, хотим! Конечно, хотим! Только уговор! Работать! Иначе артистом не станешь! Самбисты, эквилибристы! Мышонок, Пик! С ассистентами! Я относился к ней как к человеку, а она пригласила каких-то серых. Ах, да? Алло, директор, это я. Да, мне только что звонили из Парижа. Да, умоляют сняться в фильме. А? В роли тигра, конечно. Да, согласился. Ну, зачем же так переживать? У вас новые артисты. Мой опыт, мастерство, талант, наконец, оказывается, никому не нужны. Мой самолет улетает через 2 часа. Да, у вас еще есть время. Кот ел на завтрак антрикот тройное сальто. Он вертел и под гитару песни пел. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ну, был один ученый кот, он мог считать и 500. И так смешно бурлыкал кот, что все хватали за живот. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кота носили на руках и восхищались. Ох, я! Ему кричали, браво, бис! А кот зазнался. Кис-кис-кис, кис-кис-кис-кис-кис, кис-кис-кис. Еще издевается? Ну, сейчас я тоже пошучу. Мяу!
сегодня прекрасно выступали, сеньор Базилио. Пожалуй, я не поеду в Париж. Раздумал. Мы с Машей поучим эту серую молодежь. Ну зачем же всем знать о том, что иногда происходит между нами, артистами? Правда, Машенька?